Сегодня в региональном министерстве физической культуры и спорта прошло второе совещание рабочей группы по реформированию отрасли. Ее создание было инициировано Сергеем Морозовым. Фактически данный шаг запустил процесс формирования экспертной группы при министерстве спорта. Сейчас мы стоим на пороге назначения нового министра. И все, что мы делаем, это мы вырабатываем, ну, как бы по-доброму, или как сейчас говорят кавычками, да, добрые пожелания новому руководству. Вот. И губернатор услышал, он сказал, да, структуру надо менять. Создание рабочей группы стало первым этапом выполнения резолюции по итогам расширенного совещания Олимпийского совета. В документе отражены основные направления деятельности. Среди них реформирование работы техникума Олимпийского резерва, расширение сети летних спортивно-оздоровительных лагерей, поощрение и поддержка спортсменов. Мы рассмотрели ключевые вопросы. Структурные вопросы, стратегические вопросы, вопросы соцгарантий и поощрения спортсменов. Значит, мы посмотрели на работу ЦСП, мы рассматриваем вопросы аккредитации федерации. Среди прочих вопросов значится разработка плана строительства спортивных баз и создание аллеи спортивной славы. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».